Итак, покупочка такая. Смотрите, что можно купить на Словенску на 8 евро. Значит, шоколада. Две пачки. Вот такого одинакового я взял. Вот у нас шоколад одинаковый. Он по 2,49. Раз, два. Дальше. Чипсы. Рук 19. Здесь 200 грамм. Вот такие чипсы, я уже их распечатал, специально показать. Вот такие чипсы. Вот. По вкусу реальная картошка. Шоколад тут тоже распечатал, уже попробовали. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Что стоит оно, в принципе... Вроде дорого шоколадка, но здесь 240 грамм, по-моему. Ну, написано, вот, да, 240 грамм. То есть, как три шоколадки простых. Ну, вот, смотрите. Дороже, конечно, может чуть-чуть, но тут качественные чипсы. Из реальной картошки никаких добавок нету. И шоколад тоже вкусный, качественный. Можно... так сказать, покупать продукты, у них качественные. Все, всем пока.